Всем привет! В этом видео поговорим о том, что государство вложит 25 миллиардов рублей в строительство и развитие курортов Северного Кавказа. Вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил о планах правительства России выделить из федерального бюджета дополнительно 25 миллиардов рублей на строительство необходимой инфраструктуры для развития курортов Северного Кавказа. Речь идет о курортах Архыз в Карачаево-Черкесской республике, Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Ведучи в Чеченской республике. Решение о строительстве и развитии данных курортов было принято 10 лет назад, когда государство решило использовать богатейший природно-рекреационный потенциал высокогорных республик Северного Кавказа. К началу 2021 года федеральный центр суммарно выделил на развитие трех данных горнолыжных курортов уже 36 миллиардов рублей. Таким образом, с учетом дополнительно выделенных 25 миллиардов, общий объем финансирования в развитии новых курортов Северного Кавказа составит чуть более 60 миллиардов рублей. Новые инвестиции из федерального бюджета будут иметь целевое назначение и пойдут исключительно на создание дополнительной инфраструктуры на всех трех курортах, включая возведение новых современных подъемников, канатной дороги, объектов электроэнергетики и автомобильных дорог. Объекты для проживания и досуга, включая новые гостиницы, дома отдыха, рестораны и спа-зоны, финансироваться из бюджета не будут. Эти объекты будут строиться за счет частных инвесторов. Стоит отметить, что всесезонный горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии был официально открыт в декабре 2015 года. Общая площадь его территории составляет 20 тысяч гектар. К моменту своего открытия и по настоящее время новый курорт успело посетить уже 1,5 миллиона человек. Функционирующая на объекте канатная дорога «Млечный путь» довозит туристов до вершины в 2240 метров над уровнем моря. К данному моменту на Архизе оборудовано и подготовлено для катания уже 8 удобных трасс. На курорте работают 3 подъемника. Их пропускная способность составляет 6600 человек в час. Курорт «Ведучи» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Он находится в 80 километрах от города Грозный. Максимальная высота подъема на горную вершину составляет 2100 метров. К данному моменту построена одна трасса и скоростная подвесная канатная дорога с пропускной способностью 1200 человек в час. Наконец, знаменитый курорт Эльбрус, построенный в советский период на самой высокой горе в Европе, получил свое второе рождение и новые горнолыжные трассы. В декабре 2020 года здесь была открыта красная трасса на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Ежегодно курорт Эльбрус посещает около 400 тысяч туристов. К 2024 году, по мере ввода в строй новых горнолыжных трасс, ожидается двукратный рост туристов. Планируется, что к 2025 году Эльбрус будут ежегодно посещать до 800 тысяч туристов.